На телеканале НТВ Сургут прогноз погоды. Меня зовут Анастасия. Здравствуйте. В первые дни мая на Среднем Урале ожидается дождливая ветреная погода. Местами возможны заморозки и гололед. В Ирбите завтра, 1 мая, пасмурно. Дождь пройдет в первой половине дня. Днем плюс 10 градусов, ночью плюс 1. Порывы ветра до 17 метров в секунду. В субботу, 2 мая, осадки не ожидаются. Тоже преимущественно будет хмурое небо. Днем плюс 10, ночью плюс 2 градуса. А в воскресенье переменная облачность, короткие дожди. Днем плюс 8, ночью плюс 3. Ветер со скоростью от 5 до 13 метров в секунду. О погоде у меня все. Прощаюсь с вами и желаю вам отличного настроения, независимо от погоды за окном. До свидания.